кому-то придется это, видеокону, походу, придется ранить. Пускай ралит. Я не знаю, как вы, но мне кажется, этот мастер должен ралить. А что делать, если у тебя рал мути? Молись и кайся, короче. Мути? Мути или в мути, подожди. Мути. А я думаю, кто обновление... А кто-то мне говорил, что, блядь, это ревьюшка хуйня, а сам без него хилит ревьюшкой, парашен, блин. Ну, в смысле... Я вижу, что мне вредит 2 эршама, я юзаю все кнопки. Это же юзаешь все кнопки от отчаяния или что? Да. Кое-как, блядь, второе место наскреб. Я посижу просто почилю здесь. Не отсвечивай. Ебать, они элементаля уменьшили, что это за микрочелик, блядь? Ебать. Мордал, поди щитки. Усиление которого вы достойны. Это ап, знакомься. Микросипа, микрочелик, ебать, вылазит такой. Бля, это жесткая хуйня. Это папаня просто. Умер из-за доната, получается, да? Цельно. А, бля, я не могу, нахуй. Ну, какой ДПС такой, или... Что это, подожди. Бля, а где он? Вот он! Бля, меня рвет нахуй. Нормально, примерно как мой бес. Пропал. Бля, ладно. Как будто бы ничего не изменилось даже. Пропало похуй. Реально, какой ДПС, такой визуал. Мордаун, где щитки? Я их хуй буду щитовать тебе. Алло! Я кидаю МВшку, Вилашу и Эйчию. Дурак! А это ты уже видал, что ты кинул в следующую. А ладно, и кину испыт еще на компанию. Ты там рейд будешь хилить или... Ну давай хиль, ты же у нас это ауе захил. Ну так я и хилю. Смотри, ты бидона. Ты бидона обгоняешь, ты хорош. Ты даже меня обогнал. Мордаун, ты заебал нахуй. Играй нормально, я тебе простату вырву, нахуй. А он хирург, он может. Так вот, видишь, если я буду играть нормально, ты мне простату вырвешь. Поэтому играю хуёво. Я сказал, играй нормально, и я тебе простату вырву, нахуй. Ты не понял, брат? Ну, он тупой, он не понял. А можно я просто не буду? Ничего. Не буду, просто не буду. Просто не буду. Понял, ладно. Кто-то будет, а вот кто-то нет. Да, это буду я. Звенящее ничто. Григорий Мордаун. Познакомьтесь. Да. Вообще-то Георгий. Григорий. Георгий. Гей. Вообще-то правильно, гей. Переименовывайся, блядь. Я осуждаю ваши издевательства. Я не считаю, короче, вас всех. Правильно, гей Орги. Ни одного щитка не кину. Смотри, смотри, Артём, видишь? Все, успокоился? Да ладно, вопросов нет. Один, да, кинул. Два! А, ну ладно, хоть в урги закинув еще один штук. Скажите, Гоша или Гена? Бля, ебать он они пиво. Ебать они бегают, эти лемы уматывают. Скажи честно. А что, что ты хочешь? Это Гриша, блядь, кто ты нахуй? Георгий, я Гоша. Неправильно, Гоша, ты... Блядь, слушай, ну у тебя имя просто идеальное, нахуй. Гей, тебе только фамилию какую-нибудь, блядь... Этот Камсвалович, блядь, или там отчество. Ну ты же знаешь, какая фамилия. Георгий Свалов, блядь, вообще гениально было бы. Георгий Свалкавович. Свалкавович, блядь, это гениально, блядь. Камшотович Войт пишет. Ну это хуйня, это не то. Свалкавович это да. Я не знаю, как вы, я чат не читаю. Он же Ором хочет. Ты не умеешь? Я? Да. Читать? Камедь. Камедь? Камедь, это же этот. То есть не встает. Камедь, да. Б-
Берегитесь. Ой, Юля не встает. Юля, ты далеко убежала. Ну да, тебе или не знать, мордан. Ну, это все хорошо. А вот у твоего парня? Блядь, есть проблема. Если, сука, не будешь хилить, будет плохо. Ну, мы с ним уже это обсуждали. Он сказал пока, ну и ладно, типа, говорит, все хорошо. Ты его давай хилю, у меня духа нет. Парнем обсуждали? Я хилю выложу. Сейчас его это упадет. Хили вайда, я хилю выложу. Да ебать. Берегитесь. Блять. Вы че, его отхилили? О, понятно. О, Орги умер. Нет. Опа! Бэр и Вилашу быстро! Ой-ой-ой, что случилось? Бэр, мы... Вот! Алло, Бэр! О, все, за Бэр. Все, найс. Давай, Вилаш, ты сможешь, я знаю. Вой, ты далеко. Войт! Ой-е! Варикон, Бэр, Войт! Чего случилось? Че, рофлите? Ну че? Ты, блядь, хилы бичи, там... И танки тоже. Алло, алло, Войт, вставай! Вы умираете, что ли, нахуй? Все, да, все. Это прикол, блядь? Да, чего случилось? С первым прилетием потом. Нам надо третий танк. Ебать, кому скажешь, не поверят, нахуй. Вон там Вилаша танчит, блин. Че, ты вообще ездил на Эбосов? Ну, я этот самый, я щит вешу его. И че, вы хотите сказать, что я крест юзал? Я в него эту эмбарку кинул. Ну ладно. Закиньте, пожалуйста. Что у тебя по этому поебать? Я зуб... Ну. У меня 8. Так что зубы не сдал. Ладно, вы, сука, бичи, блядь, стоите нахуй 50 стаков на хилах. Конечно, вы захилить не можете, блядь. Джандис 75 стаков. У Биндона полтинник только что был. Стелси 62 стака. А чё у нас танки падают? Хм. Ебать. Портануло. Ну, это идеальный фраг. Осилили, блядь. Освоили, я бы сказал. Я надеюсь, что не заходил. Я надеюсь. Войт снимал это на камеру. Может, на гайд на YouTube выкладывать? Есть, как убивать есть, не переживай, все пишется. Это хуйня, бля. Я это удалю нахуй. Не-не, оставь, знаешь, кто еще скинет этим. За Сибиль скинь, чтобы не поджали. А за что? Они сразу не этого. Ой, ты тебя не смущаешь, что тебе. Нет, его не смущает. Ну, может друга смущать. Все, если зачитывал, я чилил. Нет, не всех. Всех. Керсори не зачитывал. Только что побил. Вилаш не зачитывал, а Войт Дефендер. Мордалк, не доигрываешь? Не мучи меня. Ты так говоришь, как будто он когда-то доигрывал. Че, там слот есть? Нету. Для тебя должен быть. Сейчас дракон нас положит, потому что не тот смиряющего выстрела, и нормально. Бля, ебать, этот Элем бегает, это пиздец. Можно... Быстро. Полиста поменять на ханта. Можно пиздоболу поебалу дать? В обычку? Нет, Герб. Нет, в бубен. Давай, ты успехай себе ДЦ, я пойду почилю. Какое? Я не буду ДЦшником. Я тебе что, дурак?
Хочешь анекдот? Я в Т4 пойду в 8. Ты что, пьяный? Ну и так, а ну пусть идет, так ему там наоборот выгоднее. Нахуй ему 25 там. Там 25 делать нихер. Вот именно. Ты слышишь людей, даже умные люди говорят, что ты 4. Ну ладно, похуй. Так, а куда я там? А, я в цвету тусуюсь, все, я вспомнил. Да, жаль о том, что ты подумал. Что делать, если у меня shift западает? Неудобно. Я думал, вы в обычке у нас. У нас еще, понял, Слава без наушников, там что-то, ну, микрофона нет. Короче, жена ухи забрала. Вот, и он, короче, такой, типа, понял? Полупокер, полудиво. У нас чат РЛ. Я думал, а раньше как, блядь, играли? Сейчас на друиде стиля раздам, зайду. Стилька, да, как навали. Ты заходи на друида, блядь, он тебе все равно ничего не скажет. Потому что, блядь, он не может. По факту хули, блядь. Ну, Леша, я РЛ нахуй. Да не буду я рыбить. Будешь, вот и денешься. Все, ты у нас это. Лингрена нету. Я про вас снял, вот пусть рылит, блядь. Не буду нихуя рылить. Давай, Лингрена нету, так что ты будешь это рылить. Я предлагаю, чтобы Мардан тут это рылил. Ага, во тьме, блядь, перебежали. Блядь, метеорицы, блядь. Ладно, я стримчик посмотрю, короче. Да-да-да, я так. Ладно, я тебе в мут кидаю, короче. Кого? Твою хуйню не читать, блядь, долбоёб ебаный. Это он кому? Забей. А, я понял. Расскажу вам анекдот. Как ебал волков я в рот. Суждаю. Да, какой же ты умный, Гош. Успокойте этого деда. Ну смешно же. Нет. Я сказал. Продукс. Ладно, хорошо. Чё, Мардан, мы бьёмся с тобой за чешку? Да забились эту чешку нахер, блядь. Нахуй мне нужна эта чешка. Так, а чё, может мы ещё и по консулу её разрулим между друг другом? Нихуя ты. Забираем эту чешку, блин. Вот, смотри. Чё, объебался, что ли? Забираем. Чё мне эта чешка даст вообще? Нахуй надо? Кого там ещё надо убить? Бидону, она не нужна? Стелс? Нужна бидону, ему героическая нужна. Подожди, не нужна. Стелс, а, я понял. Стелс, мне кажется, тебе тоже не нужна. Ну, тебе она тоже не нужна, получается? Мне она ДЦшника только. А нахуя она тебе? Ты на нём не играешь. Я ж не спрашиваю, зачем тебе половина шмота, которых ты не забираешь, которые ты забираешь на другие спеки, других персов. Что? На кого я забираю? Ничего. Всё, блядь, играй. Да вы еще поделитесь, блядь, давайте, махач, один на один, тупо, на. В 2DC этим, Войд? Ну ты просто это самое... Да нахуй надо в 3DC? Ну, блядь, ну сделайте, просят же нахуй, что ёбаный рот. Не, ну хорошо, я просто спросил. Типа в 2DC он сказал, сколько да. У тебя исповедь хилит? Исповедь? По 3000 тик где-то? Да, по 4 даже. То есть там сколько, 4 тика? 12 тысяч, 16 тысяч, короче. 15 тысяч примерно она хилит. 15-16. Ну да, это... Ну, прикол не в этом, там. Прикол в том, что она сразу накидывает 3 стака на увеличение входящего хила. Ну, блядь, 3% это хуйня. А кулдаун? Небольшой. 8. Да, 8. Подожди, это ж мне надо диспел достать. Советую вот Холика, вот этот талант и захил великим исцелением. Не совсем. Понимаешь, прозорливость вообще по факту она хорошая. Ведь? Даже где? А у кого это нету его? Нет, его нету. Просто он в ДЦ. Его у него не может быть. Просто, ну... Мне кажется, холик танка будет лучше поднимать, чем ДЦшник. Ну да. Не, ну там, понимаешь, визуй, проблема в другом. Везущая, великая, связующая. Проблема не в другом, понимаешь? Подожди, будет. Я ману отожру, отопью. Чтобы, в том смысле, что ему, чтобы эту прозорливость ебануть, нужно 3 стака ебануть. 3 флешки дать надо. Да не надо там столько флешек, успокойся. Связующая 2 стака, мордаун, ты вообще за приста нахуй ничего не знаешь. Все, знаю. Ладно, давайте потом это разберемся, прилоск. Я знаю, за пистолет, чем ты, дай бабаны. Блять, Гавгоша.
Вот так инсульт примерно и звучит, кстати. Возможно, у Гоши только что тромб оторвался и в мозг прилетел. Спасибо, бля. Лучше бы ему, блядь, в пещере стоит тела, блядь, прилетел, чтобы там гематома, нахуй, была размером. Все, Вась, я готов. Там, если кто-то еще не готов, не знаю. Концерн медиков, как там вас называют? Консилиум, правильно. Консилиум медиков. Концерн, блядь. Гоша, знаешь, где пещеристые тела? Не говори ему. Не надо, не говори ему. Что, мы идем биться или мы молимся? Давайте уже, блядь, делать что-то. Копалы, видимо. Ну, если смотреть, что пещера сетла в пещере, то пещера у нас только одна. Ну, можно, нет, пожалуйста, можно, пожалуйста, ебальник закрыть и что-то сделать. Я могу маслом помочь. Ой. Бля, Гоша. Ладно, ладно, все, молчу. Ну что, мы сегодня будем бить что-то, нет? Вы что, еще не бьете, что ли? Нет. Да, вот, удивительно, но нет, почему-то. Ну, у нас... Оно, видимо, пришел. В чате, видимо, тактик пишет. Да, и... пусть, блядь, урки поэрлит, или кто, или вадикон, или кто угодно. Ну все, погнали, пошли, потом будем это... заниматься этой хренью. 2, 1... Что у нас и Глаша, да, получается? Сейчас Войд. Сейчас, Артём, считай, и это я подиспалил пока что. Пасфей у нас. Перебежали. Там диспалит её кто-нибудь? Уноси, уноси, я подбегаю к тебе. Консилятор вынеси. Метеор. Босса не бьем. Перебежались. Стоп ДПС босса. Прям совсем. Прям совсем вообще не бить его. Блять, быстро в мелких. Что делать? Дай зуб парарнику. Да, 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 да. Заходите там, чело. Что, она развернула, что ли? Ты нихуя не понял, но очень интересно. Блин, нахуя вы бьете? Ну ставит она его. А продукс вынеси. Лезвие ждем. Керус поднимает Джандиса. Что за падение? Смартдаунт вынеси. Лезвие, 6 секунд, готовимся. Ого. Что-то рано. Что-то ДБМ пиздит, короче. Дарте сноси. А Керус танк? Да. Керус танчит в этом. Сету. Мобов, мобов. Так он у меня мертвый лежит, да? Да. Керус мертвый? Уже нет. Керсори мертвый. А, а, понятно. Все. Вадикон носи. Вадикон, у тебя есть бар? Да, подымаю. Да, бидон с автотем. Быстро. Метеор, морда бежит, скоро будет, скоро бегу, будет. Метеорит, перебегаем. Иннер дал, не люблю щиты. Хорошо играю.
Матфокс, дай инер бетона. А, у тебя еще нет. Тьма посильнее чуть-чуть. Да, ты сноси. Да, ты сноси скорее. Босса. Метеор. Тьма, стоп. Взятый. Я могу Геро светлый дать. Призван вынес. Рано, на 70 надо. Тьма можно бить. Я понял, двое меньше. Метеор. Во тьме 50, короче, уже. Иди вноси. Тьма сильнее бьет. 40%. Свет, стоп, дайте немножко по боссу. Свет только в трэш сейчас играет. Хукмастер во тьму заходит. Войд передает. Хукмастер, заноси, заходи во тьму. Что, даю Геру в свету? Неа. Метеор. Я думаю, сейчас можно давать, да, в принципе? Да, нет, сейчас ты, давай. Ты тотем еще не отдавал, если нет, то сейчас отдашь. Я твой гимн найду на панельке. Да, вывела шо зубы. Щиты вынеси, 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 вынеси. Не люблю щиты, выноси. Инвизибл вноси. Сам сними себя. Давай обратно. Босса доигрывай. Все, добивайте его к хуям уже то. Это дракона. ГЦ, парни. РДД, тренер. Ну, что я мог сказать? Совместными усилиями эту дуру завалили. Танк искачи. ГЦ. Он заломаныч, брасы тебе. Да, не, они мне нахуй уже не нужны. Все, передумал. Я, да, я статы посчитал, там хуйня будет в Т5. Куда дальше идем? Ну, думаю, можно что? Рособычку, в принципе, завалить сейчас уже. Тут 25 что выпало? Да, танк, СПД, чешуя и брасы кожаные на СПД. За чешку 25 КБ дают? Без понятия. Да, видимо. Просит пати замене дать. За чешку дают 50. Вон. Сейчас подойду. Что-то нужна она, ШП не нужна. Она нахуй не нужна уже на ШП. Там сердце грома и какую-нибудь трубу с геровскую, все. ДПС до хуя. Ладно, типа, если там хочешь. Ну, если тебе хосты не хватает, то в принципе можно взять. Труба хуйня же. Так карта лучше же сейчас, нет? Так карта же не просто одна. Труба топ. Труба, труба с этой, с картой. А, потому что ты не можешь одеть карту и сердце грома одновременно же. Почему? Почему можешь? Конечно. А, это у этих, у Витандалов нельзя, все, я забил. Там, скорее всего, две карты можно одеть. 58-ю, 71-ю. 71-ю, 78-ю, там... Там, скажите, ГП начислили, нет? ГП, говорю, ЕП. ГП начислили. Да, да, да. И ЕП тоже. Только замене что-то нет. Гляньте, там мардаун-то начислили. Так, сейчас обычку, да? Я на ШП-шку зайду. Я вылетел быстренько. Взятый вышел, сейчас зайду на ШП. Артём, там глянь, пожалуйста, там на мордаун на числе ИП. Что-то проебался маленько. Спасибо. У кого ассист? Скажите. Заходим. Ассист у всех есть. А чё пати не дают замену? Не хотят. То есть не хотит. Дайте сумпу, Магнус, пожалуйста. Он потом выборочно будет кидать. Ну, как ГП. Потом-то и делаю, что... А где Витя? Я, блядь, сижу на замене. А чё не плюсуешь? Да я плюсанул, мне пати не дали.
Все плюсовали. Я почему-то не вижу видео. Только и Б уже дали, какая хуразница. Слава, теперь точечно начислять будешь. Так он нас слышит вообще, он может и не слышит нас. Да вроде слышит. Он слышит, слышит, но не говорит. Так у него ухи забрали или микрофон, блядь. И то, и другое. И одно другому не мешает. Кто ЕП не получил, восьмую пати.